Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Local Games, и мы продолжаем прохождение замечательной игры в сидении против зомби. Сегодня мы прошли основную вчера кампанию с вами, а сегодня будем переходить к мини-играм и пазлам. Так, ну давайте для начала польем наши цветочки. Посмотрим, что они нам сегодня выдадут, по алмазику или по что. Так, давайте по три раза польем, потом семена вроде бы или что-то еще. Сейчас они потребуют. Ну уже, давай, раз. Два монетки мы собираем. Я, кстати, так и 20 тысяч не собрал для 9 места. Не знаю, может, соберу. Правда, а смысл перепроходить? Или что? А для чего? Просто непонятно. Угу, он еще, кстати, подрос. Смотрите-ка, этот цветочек у нас. Так, надо какие-то уникальные цветочки собрать. Ага. Все, замечательно. Ну и давайте к мини-играм перейдем. Первое. Сегодня мы, наверное, будем добивать зомби. А, нет, не зомби. Давайте боулинг. Боулинг. Сегодня, короче, у нас боулинг будет. Мы будем к боулингу переходить. У нас тут, кстати, это, смотрите, куплено. Замечательно. А, получай. Мозги. Так, ладно, давайте дождемся всех. А, они же не будут появляться точно. Пока так быстрее, наверное, будет. Отлично, хотя я даже не знаю, если честно. Вот так. Я даже не знаю, может даже лучше подождать их было. Какую тактику возьмем себе? Ждать лих, либо уничтожать? Кто-то не туда отправил. I'm sorry. I'm sorry. Замечательно. Опа, монеточка. Та-та-та-та-та-та-та-та. Как же они медленно идут. Ребята, давайте быстрее, быстрее. Кстати, у нас был бы сейчас взрыв орехов. Две штуки, если я не использовал в тот раз. Давайте дождемся. Сейчас они поближе к нам подойдут. Видите, дополнительные монеточки. А когда много, в принципе, мы ударяем. Мы вообще там золотую монету получаем с вами, ребят. Так, на этого надо три штуки. Замечательно. Э, дядь, ты чё? Так давайте, зомби, валите, валите больше, больше. Нам нужно зомби. Подождем, пока подойдут, как раз поднакопим немножко с вами орешков. Как же мне нравится эта музыка тут. Ой-о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 й
уносят меня, пироги, так. Давай, 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 выходите. Выходила на берег Катюша. Ой, как хорошо. Ну что, мы воспользуемся взрыв-пакетами? Вот так сделаем, наверное. Блин, не туда, что ж я. Хотя взрыв-пакетами мы и это... зубами монеток так не зарабатываем. Хотя так, монеток. Ты куда побежал, дядь? Так, это надо взорвать чувака. Хотя подожди.
Это так? Вот так сделай. Типа монетки. Монетки. Тут взорвем что-то, что-то дофига, да? Или что еще? Я сейчас жадность погубит. А еще до меня доберутся. Да, походу надо уничтожать. Хорошо. Но взрывпакеты, в принципе, есть. И, в принципе, не сильно. И очкуем. От железного вот этого, в принципе. Мимо них промчался, смотрите. Летящей походкой. Так, тут, походу, взрыв пакет мне обойтись. Этот, блин, чувачок. Ты что, дядь? Хулиганье. Так, вот тут надо подождать немножко. Блин, под ноги копить, смотрите-ка. Ух. Тут можно взорвать, в принципе. Взрывать придется. А то тут кошмар какой-то. Так, мне несколько, да, нужно две штуки. Угу. Тут уже опасно, ребят, кстати. Тут, кстати, опасно. Блин, давай же. Картошка. Придется взрывать, да. Никак уже. Угу. Лезут. Ну, спасибо нам. Все, остальные, в принципе, можно сбагривать. Ой, как хорошо. Кстати, можно и до алмазика вот так добиться. Так, ладно, подожди. Подождем. Нет, не в ту сторону. Не в ту опять. Ух, это было опасно, ребята. Так, трофей, вы открыли новую мини-игру. Какую мы мини-игру открыли? Ага, замечательно. Так, а как следующий? Дождь из семян. Или мы должны... мы должны вот когда... Тык-тык-тык, я понял. Ну, давайте, наверное, на этом закончим, ребят. Я, в принципе, отдельный мини-создам плейлист, куда будем закидывать по боулингу, по зомби, в принципе.
Давайте, вот такой сегодня короткий ролик был. С вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!